Здравствуйте. Решили поступать в БГУ, но не знаете, какой факультет выбрать? Ответ прост. Как известно, в БГУ действует около 18 факультетов. Все они хороши по-своему, но самый крутой – истфак. Итак, пару слов о нем. А мы располагаемся на улице Красноармейская, дом 6, в 5 минутах от станции метро Октябрьская. Вот уже 80 лет мы усердно изучаем историю. Наши достоинства. Большой выбор интереснейших курсов для студентов, которые они могут выбирать сами. Только современные технологии в обучении, только качественный подход. Около 80% студентов получают места в общежитиях. Возможность бесплатно выучить чешский, литовский, латинский и даже хинди. Широкие возможности для стажировки в ведущих вузах Европы и России. Увлекательнейшие практики для студентов, например, археологическая. Только у нас лучшие организации студенческого самоуправления. И вообще, лучшее историческое образование в Беларуси. Мы крутые. А еще у нас есть собственный музей и 4 лаборатории. Собственный спортзал и тренажерка. Собственный веб-сайт, на котором вы найдете всю полезную информацию. У нас есть 9 кафедр. Выберите по вкусу любую и напишите курсовую работу по любимой теме. У нас есть 4 специальности. История, историко-архивоведение, документоведение, музейное дело и охрана историко-культурного наследия. Все еще сомневаетесь? Зря. Выпускники истфака работают в самых широких сферах жизнедеятельности. Например, корреспондент Александр Матиас, телеведущая Алина Кравцова, участник группы «Таиланд» Андрей Дерьков. А вообще у нас весело. К нам приезжали квартет И, Борис Гребенщиков и даже известный знаток белорусской мовы Андрусь. Короче, поступайте на истфак, поступайте верно.